снегом. Снег. Смотри, Эльза, это снег. Так, мне надо на подушку, может. И что это? Смотри, что это? Он сейчас меня возненавидит после этого. Держи, снимай. Мороженого тебе принесли. Леху позови, пусть посмотрит. Аккуратненько так. Давай уберемся под спастилки. Я, скажи, в недоумении. Любопытно же. Да, мороженое тебе, пломбир. Это в целях ознакомления просто. Замечательная игрушка тебе. Сосунку не надо. Самый свежий. Да, он хороший, сейчас идет чистый. Да не надо ничего трамбовать, он сам справится. Правильно советов, а не советчики круглые. Понятненько.